жалко какие-то есть на момент осмотра? Что-то беспокоит? Надежда Целикова пришла в поликлинику на прививку от гриппа. Для нее это ежегодная процедура. Признается, что склонна к простудам и тяжелым течениям заболеваний, поэтому защищает иммунитет заранее, до начала эпидсезона. Еще весной прошла полный цикл вакцинации от коронавируса. Результат – инфекция обошла стороной. Для меня это важно, потому что у меня есть склонность к простудным заболеваниям. Как-то не хочется их. Я тоже боялась делать от коронавируса. От гриппа-то я раньше делала прививку. Вроде уже знаешь, какая она. А от коронавируса первый раз. Но все прошло хорошо. Особенно важно, отмечать медики, вакцинироваться людям старшего поколения. Осмотр пациентов перед прививкой от гриппа не отличается принципиально от осмотра перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Сюда входит термометрия, проверка артериального давления, пульса, общего состояния. Выясняем жалобы пациента, как бы анамнез его, показана ли ему в принципе прививка по его состоянию здоровья. Вакцины у нас в достаточном количестве. Есть все представленные вакцины в настоящий момент у нас в учреждении. Очередей, листов ожидания у нас нет. В живой очереди, либо по записи через госуслуги, наши граждане могут в любое время дня и ночи прийти и получить вакцинацию. Сделать прививку от гриппа медики рекомендуют не ранее, чем через месяц после вакцинации от коронавируса. Это позволит максимально защитить иммунитет в сезон простудных заболеваний. В настоящий момент вакцинацию от COVID-19 прошли более 1 миллиона 120 тысяч жителей региона. От гриппа более 150 тысяч человек. Гульфия Сафина, «События».